Всем привет, это наша любимая игра «Родина». Я предлагаю вместе немножко поиграть. Не забываем, что сегодня нам опять группа дает подарочек. Все идем и дружно получаем лист жести. Он нам обязательно пригодится в игре для расширения. Это очень здорово, что иногда администрация дарит нам такие подарочки, и они нам очень-очень помогают. Так постепенно собираем. Особенно классно, когда дают нам сразу по 5 штук чего-то, например, попилять, порубать. Это я им так тихо и издалека намекаю. Давно не давали. Ну, может быть, и давали, но мало. Ну, по крайней мере, для меня, потому что у меня, как говорится, настоящий сухой лес. И кустарники сухие, и деревья сухие. В общем, как-то так. Очень жду, когда опять появится возможность разбогатеть на топорики или пилы. Так, вас тоже покормить? С удовольствием. Идите отсюда, вам мои. О! А можно еще синенький попросить? Или с моей стороны очень нескромно? Зайка. Так, теперь с вами лошадочки. Мне, по-моему... А я свой лист жести забрала. И сколько ж мне теперь еще жести надо? Давайте оценим ситуацию. Ой, 7 штук. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще прилично, скажем так. А тут у меня все далеко. Ну, тут у меня и улучшено, скажем так, чуть-чуть так получше, чем там. На самом-то деле. Так, ну когда заканчивается наша битва? А наша битва заканчивается через день и 17 часов. Ну, принцесски одно задание провальное. Ну, ладно, не страшно, не получим мы 5 подарков. Но на каком мы почетном месте? Да вы что? Да нет, сейчас, подождите, сейчас загрузится. И, может, будем уже не на первом, а на втором, например. Таки, да, на втором. Ну, тоже неплохо, бывает. Так. Оценим ситуацию с кораблем. Ух ты. А что так мало опыта и так много всего надо? Допустим, хлебушек — это не проблема. А вот ягодный десерт — это совсем другая история. Так, сейчас поставить надо делаться. Ягодный десерт. Тут надо подумать. Сначала схожу к туристам. Что они мне скажут? Грузимся? Или как? Грузимся. Еще чуть-чуть, и мы загрузимся. Так, а тут меня ждут с подарочками. О, топорик. Топорик. Достаточно просто попросить, называется. И мне сразу так топорики скинулись. У меня почти уровень закончился. Круто. На курорте я имела в виду. Так, да, сколько осталось? О, еще совсем, еще чуть-чуть. Бегут, стараются. Все прибежали, кто хотел. Сейчас. Ой. Сразу такое, а нет. А будет, но потом. Если не передумаете. Никто пока не передумал, да? Так. А тут яйца. Мне чего-то кажется. В яблоки точно можно занести. Мне чего-то кажется. Так, яблоки. Сейчас нарву. Что я ставила делать? Так, яблоки. Так, яблок точно хватит. Яблок точно хватит. Тут у нас... Это я ставила. Ну, до него надо добраться. Раз, два. А, еще много места надо. Простите, не знала. Так, ладно, отнесу яблоки, потом посмотреть. Чего, куда, кому.
там дядя, который хотел фрукты. Получите ваши яблоки. Тут точно все, точно все. Ну что? Сухарик нельзя убрать? Пока нет. Но я домой. Бедные голодные животные. Сейчас я с вами разберусь. Так. Так, нужна помощь у нас кому? Принцесса. Чем тебе помочь? Ваша светлость, вам сегодня полить. Если еще найду, где... О, нашла. Удивительно. Так, идем дальше. Идем к Наташе. Здравствуйте, Наталья. К вам в гости. Плохой чемоданчик у Наташи есть. Она приготовила. Для тех, кто пришел и в кораблике не помог. Называется плохой чемоданчик. Так, Елена. Елена. У нас тоже с корабликом сегодня. Помогли, чем смогли. Так, Маша. Или просто Мария. Так, о, есть. Нашла чем помочь, то хорошо. Анечка. Мне кажется, она когда-то у нас в Союзе была. Мне так почему-то кажется. Картинка себя меняет, поэтому я могу ошибаться. Это я как поставила пару веков назад, так оно и стоит. Тысячелетиями. О нет, извини, мне это надо туристам. Так, Петя. О, Петя опять без союза. Он когда-то был у нас, потом ушел, потом опять другой ушел. Я звала, сделала вызов ему обратно, он его отверг. Не захотел возвращаться, ну а больше мы и не зовем. Не хотите, как хотите. Мы такие особо не уговариваем. У нас решили, что мы будем втроем участвовать в битве. Мама Лика ушла, и у нас трое человек осталось, кто участвует. Так, Петя, а чем тебе еще помочь? Кораблик у тебя вроде как не надо. Сухарики я, скажем так, не наблюдаю. Странно. Петя. Так, Петр, подсказывай, где чем полить, чего как удобрить. Не, ну и не надо, ладно, не обнаружено, скажем сразу. Ой. Есть. Так, Максим. Что-то я сегодня слабенько народу помогаю. Не обнаруживаю. О, есть. Все, Максим. И вот тут еще. Не? Ну, я поищу. Ага. Вот теперь все. Денис. О, Денис мне приготовил чемоданчик без ключа. И полив. Полив я полила. Все. Миша. Михаила кораблик. Ой, надо нам ваше предложение.
нас есть один голос, все непонятно откуда. Миша, что-то так ты плохо. Кораблик скоро твой уйдет, ты его никак. Так. Ладно, Ангелина. Мы идем к тебе. Были к тебя или не были? Так. 12 место. А кто на 11? Татьяна. О, я знаю Татьяну. Так, Виктория. Так. Что-то я... А, ей уже кто-то помог. Снежана. И все, можно возвращаться будет к себе. Снежана у нас нуждается в поливе. Все. Мы ей полили, больше она ничего не хочет. Можно домой? Нет, не можно. Сначала к ней на курорт зайдем, а потом уже домой. Может, там чемоданчик для нас стоит. Такой красненький, с крючком. Видите, я ж была права. А могли бы и лист 6 дать. Случайно. Хотя это тоже неплохо. Сразу говорю, тоже неплохо. Так. И так у нас... Кстати, это чего надо? А, еще много чего. А, кстати, от туточки. Вот тут, например. 2, 4, 6. Очень-очень много. Так, что мы решаем все-таки с корабликом? Брать, не брать? Честно, растерялась. Если брать, он заставит делать. Это ерунда, это я сделаю. А вот... Сколько у нас места? 4. 4. Если просить, то просить что? Вот именно, и я не знаю. Сколько точно не хочу. Так. Помидоры точно возьму. Ладно. Останет и не надо. Пирог с луком. Десерт. А сколько-то десерт делается по времени? Сейчас посмотрим. Молочко. Всякий случай парочку возьму. Тихо. Не буяним. Так. И раз. А, быстро делается. Ну, тогда мы делаем так. Загрузить, попросить, а вот что просить, лук или десерт? Ай, лук. Десерт будем делать. Только сначала надо покормить коровок. Как раз через час будет молочко, если что. 2, 3. Раз, два, три. Главное не забыть еще поставить делать батоны. Без батонов никак. 3. Кто еще голодный? А вот, кстати, эти пойдут, чтобы не скучали. Завод. Тихо. Нет места, не надо. Я ж не настаиваю. Раз. 4. Тихо, не хочешь. А вот так. Есть. Два.
Так, поросятина. Раз, два, три, четыре. Есть. В общем, я занимаюсь своими домашними животными. Кормлю всех, называется. А видео сегодня будет выходной. Маленькое, коротенькое. Минут так на 15 всего. И поэтому всем пока-пока.